Мир вам и Божие благословение, братья и сестры, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога и Отца, и причастие Святого Духа, будьте со всеми вами. Вторая часть канона Евхаристии, песнопение «Милость мира», музыка Виктора Сергеевича Калинникова, мастера сочинений в духе и стиле древних распевов. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Послушаем. Братья и сестры, приглашаю вас на предстоящие выступления нашего хора. Наши концерты проводятся в формате концерт-лекции, то есть перед каждым произведением я что-то говорю о музыке, о содержании произведения, об авторах и так далее. 11 августа, зал Третьяковской галереи, концерт в преддверии Успенского поста, посвящен земной жизни Пресвятой Богородицы. Песнопение в честь Богородицы и песнопение праздника Успения. Дворец культуры «Чайка», ближайшее метро, станция Семеновская. Песнопение в честь прошедших праздников Рождества Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня и русские народные и военные песни. В сентябре, когда мы отмечаем День города, вспоминаем и Бородинскую битву. И 27 ноября – это театр «Золотое кольцо», там, где было выступление у нас в мае, тоже в преддверии Рождественского поста, песнопение из литургии святого Иоанна Златоуста, накануне память которого празднуются рождественские песнопения и русские народные песни, которые вы еще пока нигде и никогда не слышали. Ссылочка по нашим концертам приводится внизу.